удовольствием привезу в гости к ребятам различных интересных людей. Это актеры, это музыканты, притом не обязательно это супер известные и популярные личности, потому что я сотрудничаю и с начинающими актерами, музыкантами, с какими-то необычными людьми, то есть это люди, которые приедут, пообщаются с ребятами, это будут творческие встречи, конечно же, выступления, поэтому я думаю, что плодотворное сотрудничество в любом случае удастся.